Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Наверняка вы уже заметили, что практически в любую погоду на фондовом рынке, в Ютубе и Телеграме генерится полно контента, типа отвечающего на такие популярные вопросы, какие акции купить, топ лучших акций для покупки, куда вложить 50 или 200 тысяч рублей вот прямо сейчас, чтобы получить прибыль в будущем. И такой контент с интересом смотрится и читается. Людям это реально интересно, и блогеры, и различные эксперты реагируют на этот интерес, контент производится. Конечно, спрашивают и меня, особенно по теме, какие дивидендные акции стоит покупать. Я понимаю, что многим хочется знать, что купить, как инвестировать от человека, которому доверяешь, который имеет опыт и демонстрирует хороший инвестиционный результат десятилетиями. Благодарю за доверие. Тем не менее, вам стоит понимать, что подобный контент активно генерится по нескольким причинам. Например, блогеры делают это зачастую просто потому, что вы это смотрите с повышенным интересом, а блогерам нужны просмотры. Брокеры тоже очень любят генерить различные инвест-идеи и топы лучшайших и недооцененнейших акций. Этого реально полно. Новичкам инвестиций, кстати, это нравится. У них создается впечатление, что целая команда аналитиков той или иной инвесткомпании или брокера любезно пытается им помочь и подсказывает, что купить, чтобы они смогли на этом заработать. Генерятся тонны аналитики и в Ютубе, и в Телеграме, и на сайтах инвесткомпаний и брокеров. Все эти аналитики получают неслабую зарплату, кстати, хотят кушать все больше и больше. А теперь, внимание, вопрос. Кто кормит всю эту армию аналитиков, даже неважно, плохих или хороших? Ответ. Кормите и платите им зарплаты вы. Минуточку, скажете вы, но я смотрю и изучаю только бесплатную аналитику. Я никому не плачу и умею считать деньги, и не собираюсь содержать никаких аналитиков. А заработную плату им платят те самые инвесткомпании и брокеры. Блогеры те вообще на рекламе зарабатывают и от меня ничего не получают. Вот, ну звучит вроде логично. Давайте я развею этот миф и расскажу, как это работает в реальности. Кстати, наберитесь терпения, потому что и на поставленный основной вопрос этого ролика я сегодня тоже отвечу. Не забуду. Так вот, что происходит с инвесторами после просмотра контента о лучших акциях, после изучения роликов с названиями «Куда вложить 100 тысяч рублей», в которых рассматриваются конкретные акции. Так называемые лучшие или перспективнейшие. Многие инвесторы под влиянием такого типа авторитетного мнения от брокеров или любимых блогеров реально убеждают себя в том, что та или иная акция или отрасль явно является лучшей сейчас, и именно в нее стоит инвестировать. И начинают покупать. А это означает, что стоимость акций таких компаний уже задрана или в данный момент задирается. И будущая прибыль компании на акцию уже не сможет расти. Именно вот это соотношение прибыль компании на акцию. Здесь будьте внимательны. Этому соотношению остается только снижаться. То есть стоимость акции настолько получается разогнанной, что сам бизнес не успевает оправдывать эту стоимость потоком прибыли. А это может означать только одно. Со временем цены таких акций начинают снижаться и приходить к более справедливой оценке. И это ключевые важные слова по поводу разогнанных акций, которые зачастую покупает слабообразованная толпа начинающих или просто неумных инвесторов. Так зачем же брокеры, инвестдома и инвестиционные банки генерят обзоры, топы, распаковки и инвест-идеи тоннами? Зачем гуру-инвесторы и инвестиционные конторы продают тематические типа супердоходные модельные портфели оптом и в розницу? Зачем нужны те самые тонны аналитики, которые вам льют в уши? Так вот, все это существует, чтобы заработать на вас. Брокерам выгодно вообще любое направление движения на рынке. Им важно, чтобы сделки проходили как можно больше и чаще. Для них ротация секторов и отдельных акций – это вообще любимая тема. Если клиенты продают много акций одного сектора и активно заходят в другой, то это означает, что будет много комиссионных от сделок. Брокер радуется, потирает руки и мысленно подсчитывает прибыли. Поэтому там держат штат аналитиков, которые окупаются именно вашей активностью на фондовом рынке. Кстати, брокеры и инвесткомпании в подавляющем большинстве будут рекомендовать именно покупать. Именно поэтому вы чаще всего встречаетесь с позитивными анализами от брокерских аналитиков. Это объясняется очень просто. Мало того, что покупки увеличивают общий оборот, так еще и действует простое соображение. Если вы купили акцию, то когда-нибудь обязательно продадите. То есть и на продаже потом брокер тоже заработает. Такая манипуляция вашим поведением на фондовом рынке просто выгоднее для брокера. А в моменты, когда все уже слишком хорошо, инвесторы набрали много акций, уже не хотят покупать, то есть оборот на биржах снижается, тогда вот в это время пора раскачивать рынок вниз. Типа пора фиксировать прибыль, или придумываются, или усиливаются какие-то страшилки, чтобы инвесторы испугались и начали продавать. Вот этим занимаются сотни аналитиков, и они реально окупаются вашими, подчеркиваю, вашими комиссионными расходами. Попутно аналитики и брокеры, конечно же, зарабатывают еще и на впаривании ненужных услуг
и зачастую опасных для вас инвестиционных продуктах. Они умеют это делать, причем очень хорошо. Кстати, надеюсь, что вам уже понятно, как нужно относиться к различному, в том числе и бесплатному обучению от брокеров. Надеюсь, понятно, что вы за него потом обязательно заплатите своим неправильным инвестиционным поведением, потому что вас научат не инвестировать, а торговать, то есть генерировать для брокера повышенный доход от ваших сделок. Вот, ну давайте с брокером я сегодня закончу, ведь гораздо опаснее инвестиционные конторы, в том числе и с очень харизматичными лидерами, вы их всех хорошо знаете, которые нравятся очень многим, они светятся по всем YouTube-каналам и в телевизоре. Такие конторы продают и тематические портфели, и аналитику, и за деньги вам расскажут, куда нужно обязательно инвестировать, чтобы стать богатым, и обучат всему, чему пожелаете, и не забудут рассказать, какие успешные сделки они провели вчера и даже сегодня. Если нужно IPO, пожалуйста, нужны фонды недвижимости, милости просим, попутно купите у нас кредитные ноты, инвестиционные облигации, это же так выгодно, и риски типа минимальны. Там циничность зашкаливает, они не брезгуют ничем, что приносит им прибыль, именно им, а не вам. Вам все это вообще не нужно, и вам всячески будут объяснять и подводить к тому, что все это крайне важно и нужно для успешного инвестирования, для широкой диверсификации и так далее. А регулярная демонстрация успешных сделок или роста активов такими экспертами возбуждает жадность, и вы потратите свои деньги на то, что реально не работает, и даже наоборот, очень опасно или таит в себе скрытые ненужные риски. Поэтому я искренне рекомендую обходить стороной блогеров, экспертов и целые инвестиционные конторы, которые с удовольствием зарабатывают на впаривании ненужных и опасных инвестиционных продуктов, на обучении трейдингу, крипте и так далее и тому подобное. Ну и, наверное, не стоит говорить о том, что я более 20 лет успешно инвестировал и обходился без всяких этих инвест-идей, трейдинга, распаковок, перекладки с сектора в сектор, без крипты, краудлендинга, доверительного управления, типа безубыточных инвестиционных облигаций, запипов недвижимости, СЖ, НСЖ и так далее. Мои результаты вы знаете, их легко найти на канале. Вот, продолжая по теме про лучшие акции, недооцененнейшие и перспективнейшие. И теперь освещу основной вопрос видео, куда вложить 100 тысяч рублей в этом году. Но тут важно знать, что риски отдельных акций и даже целых секторов экономики однозначно присутствуют всегда, и это нужно понимать и учитывать. Вспомним хотя бы, как резко упали акции практически всех компаний, связанных с онлайн-обучением в Китае в 2021 году. Тогда реализовался риск госрегулирования. Гораздо легче вспомнить, как хорошо корректировались высокотехнологические американские акции. Любимая многими Tesla ушла вниз в разы. Именно поэтому я повторяю вновь и вновь, что нет смысла гоняться за типа лучшими акциями и отраслями, за ракетами. Лучшие порой становятся худшими или просто посредственными. Такое рано или поздно происходит очень со многими эмитентами с течением времени, и это нормально. Имеет смысл выбирать в портфель то, что подходит именно вашему портфелю по рискам и по целям. И лучше, если это будут стабильные бизнесы с сильными конкурентными преимуществами в различных отраслях, чтобы усилить диверсификацию. Еще лучше использовать по возможности в вашем портфеле фонды. При этом ваш инвестиционный портфель должен быть сбалансирован по классам активов и учитывать соответствующие риски. Сбалансирован именно под ваши индивидуальные цели, параметры риск-профиля и, конечно же, с учетом возраста. В портфеле могут быть и дивиденды, и активы. И ростовые активы стоимости обязательно должны быть фонды, но не в виде хаотичного набора всего этого перечисленного. Все это должно формироваться согласно понятной и известной логике с учетом инвестиционных особенностей и степени риска каждого нужного вам класса активов. Есть правила по грамотному распределению активов в портфелях инвесторов, изложенные и в книгах, и в моем обучении в школе финансовой независимости. Их надо знать, прежде чем начинать инвестировать. Если вы собираетесь, например, ездить на автомобиль даже просто на работу, то надо знать довольно много, чтобы себе не навредить, не попасть в аварию. А хотите стать профессиональным гонщиком, то знания ваши должны быть, мягко сказать, очень существенными, и опыт тоже. Но большинству из вас реально достаточно знаний о фондовом рынке на уровне просто уметь водить автомобиль, хотя бы. Я этому и обучаю, даже даю заметно больше. Беда в том, что на фондовом рынке никто не хочет сначала получить даже средние знания. Большинство почему-то думают, что инвестировать легко. Типа покупаешь дешево, продаешь дорого. Но именно с таким подходом обошлись уже миллионы новичков. Впоследствии они либо все-таки дошли до получения правильных знаний, либо согласились с тем, что фондовый рынок рулетка, и это не для них, и смирились со своим будущим жалким существованием в преклонном возрасте. Так что если вы инвестируете бездумно и хаотично, без знаний,
ожиданий, то в итоге вы получите хаотичный и порой сильно неадекватный вашим ожиданиям результат. Ну, это логично, и с этим сложно спорить. Так вот, запомните, что никто не знает будущего, и прогнозы экспертов по лучшим акциям – это лишь гадание на кофейной гуще. Именно так, кстати, говорил Бенджамин Грэм, выдающийся учитель Уоррена Баффета. То есть, я почти его процитировал сейчас. Лично я бы, возможно, и заинтересовался бы топом лучших акций от Уоррена Баффета, но и то сразу бы понял, что это делается неспроста, а скорее всего для разгона котировок именно этих акций. Подобными разгонами, кстати, активно занимаются брокеры и заинтересованные инвесткомпании. Вот. А уж ответом на вопрос, куда вложить 100 тысяч рублей, в какие акции, от какой-нибудь девочки или мальчика-блогера из Ютуба и Телеграма, интересоваться смысла нет совсем. Они просто привлекают к себе внимание и набирают просмотры. Никакой полезности в таком контенте и быть не может. Но, к сожалению, критическое мышление, о котором я говорил уже много раз, продолжает отсутствовать у большинства участников фондовых торгов. Побеждает жадность, и многие смотрят и читают контент с названием типа «Куда вложить 50 тысяч рублей?» или «Какие акции купить?» И что еще хуже, затем все это дело покупают абсолютно бездумно, без видения общей структуры инвестпортфеля, без понимания. Просто в надежде, что это вырастет и сделает их богатыми. Так инвестировать нельзя, так вы приедете. И через какое-то время увидите, что портфель оказывается в красноте даже на растущем рынке. При этом вам совершенно будет непонятно, как это могло произойти, ведь вы даже не считаете сопутствующие издержки на такое псевдотипа инвестирования и зачем-то верите любимым приятным, но инвестиционно необразованным экспертам. Ну, либо хитрым и циничным. А тем временем жизнь показывает, как минимум на моем примере, что финансовой независимости таки можно достичь, если делать все правильно и избегать хаотичных покупок по советам псевдоэкспертов, избегать трейдинга, спекуляций, инвест-идей и прочей ненужной ерунды. Ну и разобраться нужно, как правильно инвестировать, что учитывать, а что совершенно не нужно делать и даже вредно.